Сегодня покажем, как разложить советский старинный стол. Так, для этого нужно отодвинуть вот эту створочку и вытащить ее. Так, одну створку мы убираем и достаем третью створочку. Достаем третью створочку, пока ее откладываем в сторонку. Так, берем вторую створку берем, вставляем ее на место. Вставляем ее на место вот в эти пазы, чтобы она попала вот этими пазиками, вот в эти пазы попала. Так, и раздвигаем стол. Раздвигаем на максимум первую и вторую створочку. Так, вот раздвинули мы стол на максимум. Теперь вот этими штучками, вот эти вот штучки есть у третьей створки. Ими надо попасть ровно вот сюда, в эти пазы. Так вот мы берем, вставляем третью створку, попадаем вот этими пазиками в дырочки в эти, в отверстие, и здесь попадаем в отверстие. И задвигаем створки. Все соединяем их. Так и соединяем. Так, все, вот мы соединили. Вот он разложился, стал из 1,5 метра. То есть из метра в 1,5. Вот такой стол получился. Разборка в обратном порядке. Раздвигаем эти створки. Начинаем разборку. Вытаскиваем эту третью створочку. Убираем. Складываем эти. Вот эту сначала обратно вытаскиваем. Вот эту, давай, можно? Да, сдвинули мы ее. И вот эту вторую створочку снимаем. Откладываем ее в сторонку. Третью створочку убираем. Убираем. Теперь вторую створочку ставим на место. Пазиками попадаем в эти места вот. И соединяем створочки. Все, и стол в первоначальное положение приведем.